Цены на недвижимость в канадских мегаполисах продолжают бить рекорды, а доходы большинства потенциальных покупателей растут слишком медленно. Чтобы приобрести хотя бы небольшую часть недвижимости, некоторые в Большом Торонто объединяются и покупают ее в складчину. Об этом мы и поговорим с риэлтором Леной Теннисон. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Лена, скажите, складываться и покупать в складчину, это действительно такое стало происходить в Торонто? Это практика уже нескольких лет в Торонто и за пределами Торонто. Очень многие компании это делают. На сегодня этим занимаются физические лица. А почему нет? Недвижимость становится очень дорогой. В твоем опыте это как часто происходит сейчас? Не часто, но это происходит. Покупают обычно либо друзья, либо несколько семей. В зависимости от того, что вы хотите сделать, это может быть какая-то коммерческая недвижимость. Тогда покупают компании, например, какие-то компании, которые заинтересованы в центре Торонто. Обычно так это и делается. Это все оформляется легально. Есть лойеры, которые знают особенности этой сделки. Особенность возникла. Но люди это почему делают? Потому что они не могут себе позволить купить Потому сами. Потому что они не могут позволить себе купить дорогой объект. А на сегодня все объекты дорогие. А что сейчас еще происходит на рынке? На рынке происходит ужасное время. У нас еще не было такого времени в Торонто, когда покупается все, не выходя на маркет, все продано, все sold. То есть, ты имеешь в виду, все продается даже еще... Не доходя до маркета, да. По друзьям, что ли, расходятся? Нет, вот, например, сегодняшний случай. Я сегодня захожу в один из билдингов и вижу для внутренней продажи кондо на 27 этаже. Я была настолько удивлена, потому что я проверила сразу же на МЛС. Такого кондо нет. Я для себя сделала вывод. То есть они не хотят выставлять на МЛС, они хотят продать через агента, который выставил этот листинг. То есть это называется, так сказать, внутренний сел. Для чего это делается? Чтобы сэкономить деньги на real estate fee и для того, чтобы продать, ну, будем говорить, наибольший вывод, с выгодой. Ну, для твоих клиентов, как бы, ты рекомендуешь, как бы, такую покупку в складчину? Почему нет? Ну, как бы, что это? Ну, слишком много дел. Ты должен своим незнакомым, я так понимаю, людьми раскрыть какую-то финансовую информацию о себе, нет? Нет, никто не раскрывает финансовую информацию друг перед другом. Раскрывают только передо мной и моргидж-брокером. Да, но поскольку я имею лицензию, моргидж-брокер имеет лицензию, мы не имеем права разглашения никаких финансовых документов, семейных тайн и так далее. То есть это как семейный доктор. Все, что твои партнеры знают, это сколько ты в эту... Какая твоя доля... Какой процент от сделки будет принадлежать вам. Ну хорошо, например, вы купили квартиру, там, не знаю, дом за миллион, а сдали ее там за какую-то сумму, там, за 3000, и у каждого какая-то доля. То есть потом это как-то можно сдавать, и каждый получает какой-то чек. Детали нужно обговаривать в индивидуальном порядке. Почему? Потому что... Ну, в твоей практике как это обычно выглядит? В моей практике у меня есть клиенты, которые купили дом таким образом 10 лет назад. Это два друга, которые работали в Canadian Tire. И они, купившие дом, они его сдавали, эти деньги погашали моргидж. Спустя 5 лет дом вырос в 2 раза. После этого они купили каждый себе по дому. Мы продали этот дом, они рентовали, продолжали рентовать. Мы продали этот дом, и спустя, вот, наверное, лет 5-7 назад они купили, один купил в Нью-Маркете, второй купил в Лондоне. То есть таким образом они заработали существенную сумму денег? Ну, не заработали, они, скажем так, appreciate the price. Потому что прайс Торонто, как мы видим, растет из года в год, и за всю деятельность я всем всегда говорю, если у вас сегодня есть $5, вкладывайте в недвижимость. Завтра вы получите 15. Серьезно? Ну, сколько показывает за последние 20 лет? Насколько за последний год? У нас вот сейчас приближается конец этого года. За последний год насколько выросли стоимость среднего объекта недвижимости? На 18.3%. Рост недвижимости составил по сравнению с прошлым годом. В прошлом году, я вам напомню, рост недвижимости во время ковида составил 16%.
То есть практически за последние два года, ковидных года, недвижимость выросла почти в 35-40%. Но тебе нравится работать с такими, все-таки это сложно. Не каждый риэлтор, мне кажется, возьмется за такие дела. Ну, здесь ничего сложного нет. Сделки. Здесь нужно просто сделать все правильно. Угу. Естественно, ты несешь ответственность за такого за любой порядок сделок, ты несешь ответственность. Но если ты работаешь с профессионалами, как вот вы представляете в своей программе, то есть, ну, это не страшно. То есть, нет, спасибо, Игорь, за то, что, хорошо, в общем, ты представляешь профессионала, к которому можно обратиться. Хорошо. Лена, скажи мне, пожалуйста, а вот аренды, что происходит в большом, например, Торонто? По сравнению с августом этого года, рент вернулся на ту точку, который был до ковидного периода. До пандемии. Рент невозможно найти на сегодня. Почему? Потому что изменились правила вступления в рент. То есть на сегодня вендоры, после того, как они прошли COVID, настолько осторожны. На сегодня немножко упростились правила, не то что упростились, изменились правила выселения, правила рента некоторых объектов недвижимости, там есть какие-то условия. Но тем не менее что-то начало меняться, и в связи с этим больше получили поддержку хозяева недвижимости. То есть это уже хорошо, потому что во время ковида произошло столько много ситуаций, когда вендлорд был наказан за то, что он сдавал людям, которые не подтвердили или имели доход, который потерялся во время ковида. Но условно говоря, что хозяева недвижимости не могли легко выселить. Абсолютно не тех, могли кто легко не мог выселить. Платить. Да. А теперь что, это легче стало? Какие-то... Немножко поменялось. Это не стало легче, немножко поменялось. То есть происходят какие-то изменения в Торонто Real Estate Board, в Tenant Board, потому что Tenant Board тоже не желает вставать между тенантом и лендлордом, то есть они тоже становятся более flexible. То есть это, конечно, подвигает к чему опять? К тому, что люди покупают недвижимость, рентуют, и прайс растет и растет, и нам нужно думать о том, каким образом нам покупать в дальнейшем. И в заключение последний как вопрос. Ну, конец года, а твой какой-то прогноз? Ну, хорошо, не на год вперед, но хотя бы на первые три месяца. Что сегодня я прочитала в Toronto Real Estate Board анализ, то, что они прогнозируют, что на ближайшие год-полтора недвижимость все еще будет расти. Почему? Потому что наше правительство решает привлечь другие ресурсы из других стран. Во время ковида никто не въезжал, поскольку все границы были закрыты. На сегодня для студентов, для профессионалов, для людей с деньгами по бизнес-эмиграции границы снова открыты. Соответственно, поток людей увеличится. Но количество лицензий до ковида, то, что было выдано, к сожалению, они подходят к концу. То есть строительство больше не остановится. Для этого понадобится какой-то период времени для государства, чтобы вновь активизировать строительные объекты, активизировать строительную индустрию. Поэтому на сегодня, несмотря на то, что недвижимость настолько дорогая, мы с вами должны искать новые способы покупки и покупать недвижимость. Например, в складчину. Например, в складчину. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.